В Европарламенте обеспокоена угрозой распространения праворадикализма в Украине. Об этом заявил сопредседатель фракции оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул. Сегодня в Страсбурге он встретился с вице-президентом Европарламента Ричардом Чернецким. Говорили о Минском процессе и положении дел в Украине. Чернецкий пользуется авторитетом не только в Европарламенте, но и в Киеве. 2 года назад его наградили орденом за заслуги, отметив таким образом вклад политика в евроинтеграцию нашей страны. Очень большую обеспокоенность в мире, ну, Чернецкий поляк, это тем более в Польше, вызывают попытки переписать историю на Украине. Вот недавнее переименование в Киеве улицы Ватутина, улицу Шухевича, вот точно не понимают. Наверное, все-таки лучше эти вопросы выносить за скобки, чем напрямую начинать конфликтовать с людьми, которые в Евросоюзе являются нашими традиционными союзниками.